Народу стало сильно меньше, но я хочу вас порадовать, что те, кто дожил до сегодняшней лекции, дальше пойдет чуть легче, я вам скажу, потому что... Где сейчас... критерий того, что должен? Просто пришел? Какой критерий того, что должен? Просто нет, пришел? То, что пришел, нет, ну еще как бы, то есть критерий, да, во-первых, пришел, то есть как бы будет уже сейчас будет легче, потому что материал я в первые две лекции впихнул довольно много материала, который мне нужен был технически для дальнейшего. Вот, а... Второе, значит, еще раз хочу сказать, что, собственно, самое полезное – это, на самом деле, отнюдь не слушание лекций, а решение задач семинаров. То есть, как бы, в общем, я ничего нового, в отличие от того, что написано в базовых книжках, не рассказываю. Вот. А задачи все-таки, чтобы их там выводить из книжек, требуется время. А самое главное, что здесь действительно есть большое количество людей, которые с вами индивидуально работают и готовы слушать то, что вы им пытаетесь рассказать. И это, собственно, самая полезная часть обучения. Ну и также напомню, что, собственно, для там, получения зачета достаточно из каждого листочка сдать половину, не нужно его сдавать целиком. Нужно половину решенных задач. Поэтому это тоже не... Как бы, если у вас что-то не получается, не значит, что надо отчаиваться. Вот. Значит, сегодня я хотел пойти к новой алгебраической структуре, но которая на самом деле по своей сути существенно проще. Я думаю, что многие из вас ее встречали. Это называется векторное пространство. А для чего мне нужна была вся предыдущая деятельность про кольца и поля? Это то, что векторное пространство – это... Они определены не просто так, они определены над полем К. То есть мне то, что дано с самого начала, это зафиксировано поле К. Я рассматриваю сокращенный вектор К, или еще пишут все рассмотрения над полем К. Вот эта черта означает, что над К. Значит, что это такое? Это алгебраическая структура, в которой есть какое данное? Что, давайте, определение. Векторным пространством V, векторным пространством над полем К называется множество V с двумя операциями на нем. Теперь, значит, единственное, что операция не только на нем, а операция еще включает в себя поле К. Значит, с операцией сложения, которая из V на V в V. И операция умножения, но теперь как бы в кольцах я мог умножать на любые элементы между собой, а здесь я могу умножать не на любые элементы, а могу умножать на числа. То есть элементы поля называются... Элементы поля называются числа. Если вы не хотите разбираться, что числа бывают из поля из P в степени n элементов, то думайте себе про поле вещественных чисел или поле рациональных чисел. Ну, просто те числа, с которыми вам удобно работать. Значит, ну, значит, возвращаясь к определению, значит, у меня есть умножение, которое из k на v В. Значит, эти обозначения, так, V1, пара V1, V2 переходит в V1 плюс V2, а здесь, соответственно, лям, пара лямбда V переходит, ну, я так и обозначаю лямбда V, умножение не пишется. Так же, как и в кольце или в абелевой группе. Значит, ну и свойства, значит, такие, что... Ну, что мне нужно? Мне нужно, чтобы, во-первых, знак плюс означал знак плюс, то есть, что у меня это было абелевой группой. Вот. А по умножению, ну, мне нужно все те же самые операции, которые у меня были в кольце, все те же самые аксиомы выписать, которые были в кольце. Только единственное, надо теперь помнить, что у меня один из аргументов из поля, а другой элемент, другой аргумент из кольца. Поэтому, ну,
Давайте уж это выпишем, хотя я думаю, что каждый из вас сможет повторить это вычисление сам. Значит, а именно, что мне нужно писать? Что лямбда 1, лямбда 2 на v, ну, мне нужна ассоциативность. Что это то же самое, что лямбда, ну, чтобы разные буквы, лямбда мю 1 будет лямбда мю на v. Значит, греческими символами я обозначаю элементы из поля, а v в честь слова вектор из векторного пространства v. Значит, вот это элементы из k, а это элементы из v. Ну, вот, потом здесь лямбда мю из k, а vw из v. Ну, то же самое про сумму мне нужно, что лямбда плюс... А? W сейчас еще появится в списке аксиом, потому что мне нужно аналогичное утверждение про вектора, сумму векторов. Лямбда плюс мю от v равно лямбда v плюс мю v и чего там? Лямбда от v плюс W. Лямбда v плюс лямбда w. Ну, то есть я могу раскрывать скобки так, как мне хочется, так, как я привык это делать. Так, как вы привыкли это делать с числами. То есть единственная разница в том, что у вас как бы аргументы немножко разные. У меня есть вектора, а есть числа. Они немножко разной природы. Значит, хочу сказать, что действительно эта алгебраическая структура, несмотря на то, что она чуть более сложна по определениям, потому что у меня здесь участвуют сразу два аргумента, и v, и k, но зато она проста по своей сути. Вот, и это мы сейчас увидим, потому что то, что я сейчас делаю сегодня, я вам более-менее расклассифицирую все векторные пространства. Ну, давайте, значит, примеры. Самый главный пример это, знаете, с какого тут я примера хотел начать. Ну, пример это, собственно, само, пример номер 0, это поле K. То есть, в качестве, значит, когда я V равно K. Когда V совпадает с полем, то ясное дело, что я все, что здесь написано, это все написано часть утверждений вообще про то, что есть в любом кольце. Когда у меня природа v и лямбда не меняется, то что было, то и осталось. Вот. Пример номер один, уже более нетривиальный, это v равно k в степени n. Хотя я думаю, что тем не менее все вы его встречали в том ином виде. Значит, что означает k в степени n? Означает, что я беру набор из k чисел a1 и так далее an, а это и принадлежат моему полю k, где сложение и умножение покомпонентное. Сложение и умножение покомпонентное. Покомпонентное. Что это значит? Ну, что значит, когда я складываю A1, AN, складываю с B1, BN, ну, я просто пишу их сумму. A1 плюс B1, AN плюс BN. А вот здесь уже видно, а умножать я могу только на одно число из поля k. Я не могу умножить две такие последовательности. Я их могу умножить последовательно. Но тогда уже не будет выполнено последнее свойство. А то, что я могу сделать, я могу умножить на элемент из поля. И написать, что лямбда от a1 an это просто лямбда a1 лямбда an. Вот, замечательно. Значит, а
Геометрически вы эти примеры встречали. То есть пример, так сказал, 1А. Это то, что вы привыкли видеть, это, значит, координатная плоскость. Координатная плоскость или пространство. То, что как раз проходит на геометрии, на стереометрии, когда вы берете, значит, ну что, у меня есть множество, это называется векторная запись и вообще решение задачи в векторах. То есть то, что у вас, я хочу воспринимать плоскость как множество векторов. То есть каждая точка здесь, это у меня вектор. Ну, складывать два вектора я могу обычным образом, ой, извините, представив вот это, значит, у меня сумма, если это V1, V2, там написана его сумма, но в реальности, как бы, то, что я использую, что вектор, это опять-таки пара координат x и y, A1, B1, A1, A2. И здесь тоже вектор с двумя координатами. То есть это в точности вот эта вещь, только то, что вам немножко знакомо должно быть по геометрии. Это двумерное векторное пространство, это трехмерное векторное пространство. Ну, замечательно, значит. Теперь почему, значит, это плоскость, а это пространство? Значит, и не зря говорят люди про слово пространство, что у вас, ну, представить себе уже, когда координат 4 вы не можете. Единственное, что есть еще координаты время в нашем, в том мире, в котором мы живем. Вот. Но с другой стороны, это то, что хочется, и как бы работать мы хотим, конечно же, не когда две координаты, а когда их координат этих много. Дальше, значит, давайте еще примеров выпишем. Пример 2. Это что? Это функции в функции из множества k в поле из множества x, которое начинает x степени k. Функции из на x со значениями в векторном пространстве k. Но опять-таки функции я могу складывать покомпонентно и умножать на число, на их, в их значении. И такой, значит, частный пример тоже 2а. Это то, что называется булевые функции, которые 2 в степени x, или в моем определении это значит отображение из множества x в поле из двух элементов. Потому что два элемента, это 0 и 1, я их умею складывать, умножать, это у меня поле. Ну, поэтому, значит, множество функций на множестве, в которых значение в каждой точке я знаю 0 или 1, это вот как раз называется булевой функцией. То, что используют все наши компьютеры. И это на самом деле векторное пространство. Ну и, собственно, вся жизнь и работа с компьютерами по факту происходит с векторными пространствами и реальности с линейными отображениями между ними. Но про линейное отображение мы поговорим позже, а пока что давайте еще побалуемся с векторными пространствами. Значит, еще одно, последний, значит, пример. Пример 3. Последний, значит, еще пример, который нужен геометрически, это, значит, если у меня задано пространство, то если я провожу прямую, проходящую через 0, или если я возьму трехмерное пространство и плоскость, проходящую через начало координат, то плоскость задается уравнением вида, значит, плоскость задается
уравнением, или как люди говорят, линейным уравнением. Уравнением ax плюс by плюс c z равно нулю. Значит, то, что равно нулю, это означает, что она проходит через ноль. Потому что иначе бы я должен был поставить здесь точку ее пересечения. Значит, когда я поставил x, y и z равны нулю. Вот, значит, это тоже векторное пространство. Значит, что это означает? Что я могу все вектора, лежащие в данной плоскости, я также могу складывать и умножать на число по тому же принципу, как это делалось здесь. А именно, что если у меня есть два вектора, лежащие в плоскости, то их сумма и они умноженные на число, и там их растяжение не выведут вас за плоскость. Это можно сказать геометрически, а можно сказать алгебраически. А алгебраически я говорю, что множество решений вот такого уравнения по x, y и z. А это плоскость в... Ну или это векторное пространство, потому что на множество решений, каждые два решения я могу сложить. То есть тройку чисел x, y, z, удовлетворяющие такому уравнению, я могу сложить и могу умножить на число. От этого оно... решением не перестанет быть. Ну и вообще, собственно, главный пример 4 – это множество решений системы линейных уравнений. Система линейных уравнений образует векторное пространство. Значит, что здесь написано? Что такое система линейных уравнений? А все знают, что такое система линейных уравнений? То есть все через это прошли, поэтому можно это быстро пройти. Но тем не менее, все-таки мне это повторить надо, потому что если вы не проходили линейную алгебру, то без этого дальше будет ехать сложно. Значит, ну, система линейных уравнений, давайте я множество решений... пишет о однородной системе линейных уравнений. 1, x1 плюс a1, 2, 2, n, xn, 0, a, m1, x1, 2, x2, n, xn, равно 0. Значит, это... Значит, называется однородная, значит, слово система линейных уравнений. Система – это потому, что у меня система. Линейная – это означает, что по каждой переменной x, значит, у меня элементы a и g принадлежат моему полю k. А x и t – это переменные. Значит, слова линейные – это означает, что каждая... уравнение линейно по каждому из икситых. Уравнение – это то, что это уравнение. Однородное – это то, что у меня правая часть равна нулю. Значит, ну почему это образует, почему множество решений образует векторное пространство? Ну, опять-таки, потому что если у меня был, я могу сложить по компонентной, если у меня был x1, xn и y1, yn – это решение, то их сумма x1 плюс y1, xn плюс yn и умноженное на число лямбда 1, x1, лямбда n, xn – это тоже решение той же самой системы линейных уравнений. Ну, просто потому что из такого выражения и такого же выражения для y, если их сложить, вы получите опять 0. Замечательно. Ну и, наконец, последний пример. Чуть более нетривиальный. И который, может быть, вам до этого не встречался.
это нет, значит, пример это пример номер 4 выглядит так, что если у меня поле, это уже пример номер, да, 5, извините, 5. Если у меня поле К вложено в поле F, то есть это и то, и другое, это поля, то F является К-векторным пространством. Это означает, ну что это означает, то есть как бы я априори что я могу делать? Я могу делать, как я уже говорил, что у меня само F является векторным пространством. Является векторным пространством над полем F. Значит, я могу складывать элементы из F и умножать их на элементы же из F. Но я могу рассматривать F как чуть более слабую структуру. Я могу забыть, что я в реальности складывал в реальности мог умножать на элементы из F. Я говорю, что давайте я рассмотрю на это дело только как на умножение на элементы из поля К. Вот. И тогда у меня действительно структура К-векторного пространства остается. Ну и в частности, там, например, значит, F4, которое я определял как фактор кольца многочленов от F2 от альфа по многочлену альфа квадрат плюс альфа плюс 1. Ну, ясное дело, что я здесь могу умножать на элементы F2, да, является F2 векторным пространством. Замечательно. Вот. Ну и, наконец, то определение, которое мне нужно, и, значит, к которому я сейчас буду все сводить, я скажу, что давайте, значит, моя цель на данный момент, показать, что почти все векторные пространства, что V почти всегда имеет вид того, что я описал, что V изоморфно K в степени N для, ну так, скажем, общего V. Значит, слово общего будет означать в реальности конечномерного. И в реальности не несет никакого смысла. Это слово общее ничего не значит. Но те векторные пространства, с которыми мы с вами будем работать, они в большинстве своем это конечномерные векторные пространства. И в реальности я хочу показать, что вот как я вам доказывал, что любое конечное поле это поле из P в степени n элементов, и вот оно там только одно. Также и про векторные пространства. Можно сказать, что векторные пространства, они, ну, более-менее единственные. Они определяются двумя вещами. Первое, то, над каким полем я их рассматриваю, а второе, вот этим числом n, вот, которое называется n, называется размерность. Вот, ну, значит, давайте все-таки проговорим. Я понимаю, что большинство из вас все-таки какую-то базу, основу линейной алгебры проходило, но тем не менее я не могу это как-то не упомянуть. И должен вам рассказать, значит, что такое базис векторного пространства, что такое набор линейно независимых векторов и с чем это все едят. Значит, ну, тут пойдет опять список определений. Довольно
скучных, но понятных, но если вы их видите первый раз, то к этому просто надо привыкнуть. То есть линейная алгебра вещь самая простая из коммутативной алгебры, но требует некоторого это самое привыкания. Вот. Ну давайте, значит, что у меня определение, значит, я говорю, что вектора v1, vn линейно зависимы, если существует линейная комбинация. Линейная комбинация. Равная, тождественно равная нулю. Значит, равная нулю. Значит, что означает линейная комбинация? Линейная комбинация — это набор, это выражение вида лямбда 1 в1 плюс лямбда n в n. Мне нужно, чтобы это было равно нулю, где лямбда и принадлежат, существует набор лямбда итых из поля К. Ну или, значит, раз этот набор, это набор элементов из К в степени n такой, что линейная комбинация этих чисел равна нулю. Нетривиально. Нетривиально, да. Собственно, КН без нуля, да. Значит, не все существуют нетривиальные. Да. Нетривиальная линейная комбинация равна нулю. Вот, соответственно, если я буду говорить противоположное к этому утверждению, значит, что вектора v1, vn линейно независимы, равносильно тому, что... Что это означает? Что если у меня есть... Что из такого равенства следует, что все коэффициенты равны нулю. Извините, почему? Потому что здесь у меня не одно число, а набор из n чисел. Поэтому, значит, вот эта запись, вот это вот, то, что у меня написано лямбда и так в скобках, это в реальности набор чисел лямбда 1, лямбда n. Да? А когда набор чисел, то это как раз и есть набор элементов из n-ка чисел. Но единственное, я хочу, чтобы она была нетривиальной, то есть я должен выкинуть комбинацию, когда все это нули. Вот, замечательно. Значит, имеется линейно независимо, если пишем равносильно тому, что из того, что лямбда 1 в1 с лямбда n vn равно нулю, следует, что все лямбда иты равны нулю. Что для любого и лямбда иты равно нулю. Замечательно. Дальше. Дальше мы можем сделать следующее. Дальше можно сказать, что определение видно эти мелкие, наверное, не видно. Множество. Ну как это, замечание, давайте. Замечание. Множество всех линейных комбинаций лямбда 1 в1 лямбда n в n, где лямбда иты принадлежат k, а в иты зафиксированы, да? Множество линейных комбинаций заданного набора векторов v1, vn из векторного пространства v, значит, множество этих линейных комбинаций образует
образует векторное пространство, а скорее даже, правильно говорить, подпространство. То есть это подмножество в векторном пространстве V, которое замкнуто относительно операций сложения и умножения на число. Поэтому оно автоматом становится векторным пространством. И, значит, и называется линейной оболочкой. Или обозначается span от v1 vn. И тогда, значит, набор v1 vn называется порождающими этого векторного пространства, векторного подпространства. Соответственно, n — это порождающий span. Вот. Можно аналогично ввести множество линейных комбинаций, я вам сказал, для конечного набора. Априори я могу здесь не ограничиваться конечным числом n, а могу писать, выбрать сколь угодно большой набор. Значит, если n бесконечно, то тогда можно опять-таки рассмотреть линейную оболочку или множество всех линейных комбинаций. Но тогда вам нужно работать только с конечными суммами. То имеет span от vi-тых. Это множество конечных сумм. Да, какой-то вопрос? Нам точно не требуется условие того, что электроны не нулевые. Нет, чтобы описать линейную комбинацию, вам не нужно, неважно, нулевые они или не нулевые. А? Линейно независимы, если из этого следует, что ноль. Или где? В каком месте? Нет, ну еще, чтобы сказать, я могу взять сказать, что одного из vn 0. Но это 0, он никак не скажется на общее множество этих линейных комбинаций, правда? Ведь просто добавил 0, что было, то и осталось. Это как бы я рассматриваю это векторное подпространство внутри векторного пространства v, это же подмножество заданного v. Поэтому как бы будет там ноль или не будет там ноль, это не очень важно. Вот, замечательно. Значит, дальше. Собственно, все, что мне нужно, значит, дальше определение. Самое главное, что вектора v1, vn, набор линейно независимых векторов v1, vn, порождающих v, называется базисом v, векторного пространства v. Ну а соответственно число n или мощность этого набора, мощность набора, это называется размерность v, или и обозначается dim.
Замечательно. Значит, теперь... Это, конечно, хорошо такое определение, но, значит, нужно проговорить про корректность этого определения, потому что априори, значит, разный, это сам, весь базисов у меня может быть много разных, никто не говорит, что у меня существует единственный набор. Поэтому количество элементов в базисе может быть разное. И, собственно, первая теорема линейной алгебры состоит в том, что это определение корректно. Теорема, значит, это определение, значит, ну, понятие размерности корректно. Понятие dim v корректно, ну или значит, что равносильно, то, что я должен показать, что все базисы равномощны. Равномощны. Угу. Ну, что для этого нужно сделать? Значит, ну, нужно сказать, что пусть у меня есть векторное пространство, в котором у меня выбраны два разных базиса. Доказательство. Ну, будем его пока, значит, пусть есть набор V1 и так далее, Vm, и V1 Un это два базиса, ну и давайте считать, что, например, m больше n. Это я хочу сейчас прийти к противоречию. Показать, что в одном базисе элементов больше, чем в другом. Делать я это буду так. Значит, ну, значит, во-первых, заметим, что, значит, раз эти наборы они базисы, значит, в частности, они порождают все пространство V. Значит, поэтому каждый из V-итых представляется в виде линейной комбинации U-итых. Да? Заметим, что V-иты, что существуют такие элементы A и G, что V-иты равно A и 1, U1 плюс 2, 2 и n. Да. А вот. А теперь, значит, я хочу попробовать решить такую задачу. Хочу показать, что у меня бывает нетривиальная линейная комбинация в итах, такая, что которая будет равна нулю. Значит, докажем. Значит, мне нужно прийти к противоречию. Где выйти? Выпишем. Значит, приходить к противоречию я буду через систему линейных уравнений, которые я тоже думаю, что многие из вас видели, но это надо все-таки проговорить. Значит, ну давайте, значит, пусть запишем выражение. Пусть, значит, хочу предъявить линейную комбинацию, нетривиальную линейную комбинацию,
комбинацию. Давайте я напишу не через лямбда, а через x. Значит, x1, v1, x1, v1 плюс xn, vn равно нулю. Значит, ну... Извините, почему там v с индексом n последний, а не m? Да, вы правы. M, x, m, v, m. Да, все правильно. Вот, значит, у меня есть нейтральную линейную комбинацию, то есть в этих самых набор x1, xm, принадлежащий k в степени m, такая, что у меня эта вещь равна нулю. Значит, я теперь это дело перепишу, подставив сюда вот эти самые вектора. То есть подставлю вместо v, каждого из vi, так подставлю вот то выражение. Значит, сильно тому, что сумма x и t, ну, как это, сумма x и t v и t по i от единицы до m. Ну, давайте это напишем. Значит, это равно сумма по i равно от единицы до m x и t на сумма по g от единицы до n, а и g у g. Да? Или, если переписать еще раз, значит, поменять индексы суммирования от единицы до n, а и g у g, сумма x это a и g. Парахия у меня суммирование, ну не важно. Не совсем то, что вы привыкли. Значит, я хочу, чтобы вот это было равно нулю. Значит, я знаю, что набор у1, ум у меня базис, поэтому он линейно независимый набор. Поэтому, значит, чтобы решить такое уравнение, мне, значит, это равносильно тому, что у меня имеется система, что эта вещь равносильна системе линейных уравнений, однородной системе линейных уравнений. Здесь и от единицы до m. Ну, по i равно от единицы до m x и t a и g t равно нулю. Вот. То есть у меня имеется n уравнений на m неизвестных. Я утверждаю, что такая, значит, m n меньше, чем m n уравнений на m неизвестных. X и t. Ну и, значит, все, что мне нужно показать, что система из, если у меня количество уравнений больше, чем количество, меньше, чем количество неизвестных, то такая система всегда имеет решение. Такой простой базовый факт, но, значит, и, значит, нужно показать, что она имеет, нужно показать, что найдется нетривиальное решение. Ну а как только, значит, смотрите, как только я нашел нетривиальное решение, это означает, что я любой набор, в котором было больше, чем n элементов, я на него нашел какую-то линейную зависимость. Поэтому означает, что в любом наборе, в любом линейно независимом наборе не более, чем n элементов. Ну, поскольку то же самое можно провернуть назад, я
приду к противоречию и покажу, что у меня всегда одно и то же. Вот. А значит, это утверждение, оно простое, его можно решать разными способами. Но я хочу его тоже рассказать вам в классическом варианте. А именно, как нужно, собственно, решать систему линейных уравнений. Вот. И это то, как, и если вы никогда не решали систему линейных уравнений, то это вам все равно придется сделать, а если не вам, то тому компьютеру, с которым вы будете общаться, потому что все, что делают современные компьютеры, они решают систему линейных уравнений в большом количестве. И решают, как ни странно, они совершенно все эти линейные уравнения по старинке, а именно при помощи метода Гаусса. И который удивительным образом, несмотря на свою давность, до сих пор очень эффективен. Значит, метод Гаусса решения системы линейных уравнений. Значит, давайте я что буду делать? Значит, метод Гаусса состоит в преобразовании этой системы к системе, более удобной для решения. А именно, значит, если у меня написана система A11X1, A1N, я все-таки напишу A1NXM, да, напишу в более привычном мне виде, то как я M1X1, NXN, что это равно нулю. Здесь я те самые MN поменял местами, потому что обычно у вас M строк, N столбцов, а я там вначале поменял, поэтому все так получилось. Значит, метод Гаусса стоит в том, что я могу, что какие действия я могу производить с системой линейных уравнений так, чтобы пространство решений не изменилось. Значит, будем, можно преобразовывать систему, не меняя пространство решений. А именно можно, ну что можно делать, значит. Первое, что можно сделать, это поменять две строчки местами. Ясное дело, что если я поменяю два уравнения местами, то ничего не произойдет. Значит, поменять две строчки местами. Вторая вещь – это умножить конкретную строку на число. Умножить и ту строчку, и ту строку на число. Ну и третье. Последнее и самое, собственно, важное – это прибавить к этой строке житую, умноженную на десятину, не нулевое число, умноженную на число. И, значит, говорится, что все эти преобразования не меняют пространство решений. Ну, почему они не меняют? Значит, во-первых, почему, если я делаю какое-то преобразование, то мне нужно показать, что если оно было, если набор x1, xn был решением этой системы, то он останется
множественным решением правой системы. И то же самое в обратную сторону. Но они останутся решениями, то, что они останутся решениями, видно просто из того, из структуры того, что было, с одной стороны. То есть, если у меня было решение, я прибавил к итой строке житое умноженное на число. Здесь у меня был A11 плюс лямбда А. К, A11. С 1 у меня здесь был A1 плюс лямбда AG1. Ну, видно, что если у меня был, если набор x1, xn был решением этой системы, то он же и будет решением этой системы. А вот единственный вопрос, почему, то есть поэтому пространство решений вот этой системы заведомо не меньше, чем пространство решений той системы. Но они совпадают, потому что эти вещи все преобразования мной написаны обратимы. Значит, они обратимы. Поэтому если я, ну, например, поменять, я могу в обратном порядке. Домножить на число, я могу домножить на обратное число. И вот это место, которое, в котором важно, что это элемент из моего поля, обратимый элемент из моего поля, поэтому я могу домножать, у каждого числа есть обратный, могу умножить на обратное к нему. Ну, это в этом смысле как бы у меня векторное пространство над полем. Когда работать с чем-то над кольцом, там уже вот такого сорта вещи не пройдут. Хотя можно всю ту же самую науку пытаться проворачивать, но уже начнутся сложности. Ну и последнее, прибавить к этой строке житое умноженное на число. Ну, обратное, значит, если здесь было и плюс лямбда жи, то обратное преобразование какое будет, кто знает, кто еще следит за происходящим. Минус. А? Нужно к этой строке, из этой строки вычесть житое умноженное на то же самое число. Замечательно. Вот, значит, ну а теперь, значит, собственно, в чем состоит метод Гаусса? Состоит в том, что я могу, используя эти вот преобразования, свести мою систему к удобному виду. А именно, значит, мы можем преобразование с помощью преобразования, значит, метод Гаусса или теорема Гаусса состоит в том, что, используя преобразование 1, 2 и 3, лемма, что используя 1, 2 и 3, систему можно свести, к ступенчатому виду. К ступенчатому виду, что это означает? Что означает, что у меня, я хочу, ну, давайте я, во-первых, упрощу себе жизнь. Я действительно вместо всей системы, я же работаю только с коэффициентами, буду писать матрицу коэффициентов. Матрица коэффициентов. Это просто вот набор A11 и так далее, A1n, AM1, AMN. Вот. И все преобразования, которые я делал с системой, я могу делать с вот такой матрицей, то есть набором из mn чисел,
и говорит, что я из одной строки вычитаю другую или меняю две строки местами. То есть я делаю элементарные преобразования с матрицей. Да? И значит, ступенчатый вид – это вид, когда у меня идет, значит, сколько-то нулей, потом идет ненулевое число, потом опять идут все нули. То есть матрица имеет вид ступеньки. Значит, а именно, что у меня в каждой строчке у меня не нулевые числа начинаются строго дальше, чем были до этого. Вот эти переменные, где были не нулевые, где происходят подскоки, называются главными. Главные переменные. А остальные, которые, значит, остальные свободные. Ну, и как это делать? Ну, делать это совершенно банальным способом. Если кто это ни разу не встречался, то надо проделать. Значит, что нужно делать? Нужно сначала посмотреть на первый столбец. Найти там ненулевой элемент. Поставить его на первое место. Это значит, что поменять соответствующую строку с первой строкой. Дальше вычесть из этого дела все, что было. Из каждой строчки вычесть первую строчку, умноженную на подходящее число. И так далее. То есть давайте я это проделаю для простой матрицы. Во-первых, пример, чтобы было быстро. Во-первых, над полем F2, чтобы складывать было просто. А во-вторых, для матрицы 2 на 2. Например, 0, 1, 1, 2 на 3. Да? Значит, первое, что я делаю, 0, 1, да. Ну, а тут мне, собственно, делать-то много чего. Нет, давайте, чтобы было, хоть что-то можно было делать, сделаем вот так. Я сначала меняю первый и второй строку местами. Вот, остается 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1. После этого из последней, из второй строчки, из третьей строчки нужно вычесть вторую. И останется 0, 0, 0. Вычесть или прибавить вторую. И вот у меня ступенчатый вид. Вот это у меня индексы, значит, 1 и 2 это главные переменные, а 3 это свободные переменные. Замечательно. Вот. Значит, теперь какая мораль из этого всего? Мораль состоит в том, что... А кто, кстати, знает, сколько нужно операций для того, чтобы провернуть метод Гаусса? Порядок. Количество действий. Почему машины любят такое? Ну уж линейный, значит. Ну, да. Какие еще варианты? Порядка. Еще раз, какой логарифм n? Что еще было названо? Просто n. Не, ну смотрите, мне первое, что мне нужно сделать, мне нужно найти столбец, где не 0. Это уже n операции. Потом поставить его на первое место из всех вычесть первую строчку. Это значит, у меня уже, когда я вычитаю строчку, мне нужно сделать n квадрат умножений. Потом еще сделать то же самое для подматрицы. То есть правильный ответ порядка n в кубе, где n – это размер матрицы, если вы там с квадратной матрицей работаете. Почему это вот имеет смысл, если есть там формула Крамера? Ей можно там заменить на дольше работать. А потому что по формуле Крамера сколько вам нужно действий, чтобы посчитать определитель? Их нужно порядка там n факториал. И вот я вам честно скажу, что машины, чтобы вычислить определитель, используют метод Гаусса, а отнюдь не формулу через определитель. То есть метод Гаусса существенно более эффективная вещь, чем формула Крамера.
В школе про такую знают. В общем, если уже такие вопросы пошли, значит, вы всю линейную алгебру уже проходили? Да. Вот вы утверждаете, что вы полностью доказали теорему. Да. Но ведь мы рассмотрели случай, когда хотя бы один из базисов конечный, который мы рассматриваем. А если два базиса бесконечных, как мы докажем, что они равномощные? Например, один по мощности. Нет, я доказывал только случаи, когда они конечные. Я не хочу доказывать общий случай, когда они бесконечные. Это верно и... Что? Да. Нет, я никакого определителя нигде не искал. Я просто выразил один набор векторов через другой набор векторов. И показал, что система из m уравнений на n неизвестных, если у меня уравнений меньше, чем неизвестных, то я... я еще не закончил. Я хотел показать, что если у меня система имеет больше, если у меня больше уравнений, чем неизвестных, то система заведомо имеет решение. Пока что то, что я сделал, действительно, я привел ее к ступенчатому виду. А теперь, если она имеет нетривиальное решение. Но у меня однородная система, поэтому мне как бы... У меня решение всегда есть, когда я могу поставить все нули. Это уже решение. Поэтому то, что я хочу сейчас проделать, это значит, зная ступенчатый вид матрицы, я хочу теперь... показать, что у меня, если количество уравнений меньше, чем количество неизвестных, то существует нетривиальное решение. Ну, значит, дальше последнее замечание, которое здесь нужно сказать, это то, что любое произвольное значение главных переменных можно, значит, произвольное свободных переменных, значение свободных переменных можно дополнить до, дополняется до решения. До решения системы. Решения системы. Ну, что это значит? Что значит, вот у меня были переменные, которые у меня были. x1, x2, x3, x4, и так далее, xn. Да? Значит, я положил те, которые у меня соответствуют углам вот этим ступенькам, я не трогаю, а беру произвольные значения того, что осталось. Я утверждаю, что оставшиеся я могу через них выразить. Вот эти главные могу выразить через свободные переменные. Ну, для этого нужно что сделать? Нужно показать, что если у меня матрица, значит, достаточно показать, что квадратная матрица имеет, когда здесь стоит что угодно, здесь какие-то ненулевые числа, а здесь уже нетривиальный тоже набор чисел, что такая вещь имеет решение. Здесь нули. Здесь что-то, не важно что. Ну что это значит? Я, значит, подставлю вместо свободных переменных все, что получится, и перенесу это дело в правую часть. И дальше мне нужно показать, значит, дальше я буду решать систему индуктивно. Последняя переменная, главная переменная, выражается через правую часть. Предыдущая выражается через нее и правую часть. Ну и так далее. Это, что имеет единственное, причем единственное решение. Это вы показываете совершенно напрямую, просто, собственно, решая эту систему. Это тоже часть метода Гаусса. После того, как я
зафиксировал свободные переменные, всю лишнюю информацию гоню в правую часть, а та система, которая мне остается, она решается последовательно снизу вверх. Вот. Замечательно. Значит, теперь, коль такое есть, значит, у меня есть понятие. Утверждаешь, что в итоге доказано, что я закончил доказательство теоремы о том, что у меня есть понятие размерности векторного пространства. В случае, если у меня мое векторное пространство конечномерно или порождается конечным набором векторов. Единственное решение, значит, существует DimV, если V порождается конечным набором векторов. Значит, это можно доказывать и другими способами. Вообще то, что система из m уравнений на n неизвестных при хорошем ограничении m и n будет иметь решение, это можно и как-то и попроще доказать. Но то, что мне нравится здесь, это, собственно, метод Гаусса и его мощь. То есть метод Гаусса на самом деле вам говорит сильно больше, чем просто то, что у меня базис определен, то, что понятие размерности определено. Он еще и говорит, как, собственно, там, переписывать один базис в другой, как, и как решать эти системы линейных уравнений. Ну и давайте еще заметим, что, значит, с системой линейных уравнений у меня связано два векторных пространства. Значит, замечание. Значит, с каждой однородной системой линейных уравнений связаны два векторных пространства. А в реальности даже чуть больше. Значит, ну что у меня? У меня есть система, которую, значит, с которой я оставляю матрицу А1, 1, А1, 2 и так далее, А1, n. АМН. Значит, или, значит, у меня есть вот это само уравнение А1, 1, Х1 С равно нулю, АМ1, Х1 АМН равно нулю. Значит, у меня есть какие векторные пространства, естественно. Первое векторное пространство — это, я говорил, множество решений данной системы. Значит, V1, которое под множество k степени n, это V множество решений системы. А есть еще другое пространство, которое я назову V ортогональное. И оно принадлежит уже пространству k в степени m. Это множество уравнений на данную систему. Уравнений данной системы. То есть это множество тех наборов из из n чисел, видите, тоже из k в степени n. Да. Которые такие, что когда вы его, ну, как, применяя это уравнение к любому элементу отсюда, я получу решение.
И вот я говорю, что метод Гаусса в реальности дает вам сразу две вещи. Он вам и описывает как вот это пространство, как множество решений, так дает, задает базис как в пространстве решений, так и базис в пространстве уравнений. Причем в первую очередь он, собственно, выдает вам базис в пространстве уравнений. А именно вы, вот ваше сведение к ступенчатому виду, вот он ваш базис, просто вот здесь вот и будет выписан. Первая строка, вот этот набор строк от ненулевых строк, это вот как раз базис в пространстве уравнений. А то, что осталось, как бы пространство решений, вы восстанавливаете наоборот по количеству свободных переменных. Ну и то есть, в частности, отсюда вы выводите, что размерность V плюс размерность V ортогональная. Значит, если здесь размерность V это количество свободных переменных, это количество строк, оно же количество главных переменных. Все вместе это равно n. V ортогональное, значит, множество уравнений. Еще раз. Уравнение у меня задается чем? Набором из n чисел. Правильно? Потому что я должен сказать, что ну, какая линейная комбинация координат. Ну там ax1, a1x1 плюс a2x2 плюс anxn равно нулю. То есть в этом месте число m вообще несущественно. Я могу сюда, ну, собственно, видно, потому что я могу сюда дописать еще одно такое же уравнение, которое никак вообще не будет сказываться. Правильно? Поэтому важно и для того, и для другого у меня важно только число n, количество переменных. Вот. Это первая вещь, а второе следствие важное, это самое методы Гаусса. Да. Все-таки получается, что сумма размерности это n. Сумма размерности это n? Ну, потому что, смотрите, еще раз, размерность пространства V в связи с тем, что вот здесь показано из слова «единственное решение», это количество свободных переменных. Потому что я могу взять произвольно, вместо любой свободной переменной я могу подставить число и однозначно по нему восстановить все, что будет. Поэтому количество, вот эта размерность V, базис в пространстве V, образован, ну, там, переменными вида, значит, образован векторами, когда вы подставляете вместо одной свободной переменной единицы, вместо остальных ноль. А вместо главных уже что получится? А базис в пространстве вот этом V ортогональное, да, значит, это размерность V ортогонально – это количество строк, количество линейно независимых строк этого пространства. Ну, количество линейно независимых строк – это количество, ну, вот уже при приведении к ступенчатому виду, это количество вот этих подскоков. А количество подскоков – это столько же, сколько количество столбцов, количество вот этих главных переменных. Ну вот, значит, ну всего вместе, значит, у вас, а всего у вас переменных, любая переменная либо свободная, либо главная, поэтому все вместе вы получаете n. Вот это первое полезное замечание, что, собственно, иногда вам векторное пространство бывает полезно задавать уравнениями, а иногда бывает полезно, ну, как бы вам иногда хочется выбрать в нем базис, а иногда хочется выбрать, задать его уравнениями. И как бы и та, и другая информация полезны, а метод Гаусса вам дает сразу все в одном флаконе. Вот. Ну и второе главное следствие этой самой метода Гаусса состоит в понятии ранга матрицы или, значит, ранга по
строке и по столбцу. Последняя теорема. Которую мы, собственно, сейчас сюда выведем. Давайте сначала определение. Ранг матрицы А или рангом матрицы А равен 1 называется размерность векторного пространства минус пространство векторного подпространства в степени n натянутого на строки матрицы. Ну, значит, это рангом по строке. И можно аналогично имеется ранг по столбцам. А именно векторное пространство натянуто на множество столбцов данной матрицы. Ну и следствие опять метода Гаусса. Следствие стоит, что ранг по строком равен рангу по столбцам. Ну, и все, что для этого нужно сделать, нужно показать, значит, доказательство. Это утверждение стоит опять в методе Гаусса, а именно, значит, ну, мне нужно немножко его мотивировать. Нужно сказать, почему при элементарных преобразованиях, то есть при тех преобразованиях, которые я делал, а именно вычитание строк, замена строк местами, почему ранг не меняется. Доказательство нужно ранг не... Ну, там и левая, и правая часть, оба ранга не меняются. Не меняются при элементарных преобразованиях. Ну, значит, то, что не меняется при элементарных преобразованиях ранг по строкам, это совсем понятно, потому что то, что я делаю операции с линейкой, которые не меняют вообще моего векторного пространства по строчкам. А то, что ранг не меняется по столбцам, ну, опять-таки, это следствие того, что все мои операции, они были обратимые. И поэтому они из одного векторного пространства делали другое векторное пространство, причем обратимым способом. Это был изоморфизм между соответствующими векторными пространствами. Хотя я понятия изоморфизма сейчас не давал, но тем не менее видно, что все, что элементарные преобразования строк, они все, что делают со столбцами, значит, там, что сумму столбцов, что любую линейную комбинацию столбцов, они переводят в ту же самую линейную комбинацию столбцов. Значит, это не меняется при элементарных преобразованиях, так как это изоморфизмы
соответствующих векторных пространств. Вот. Ну, и значит, все, что остается, остается опять доказать утверждение про ступенчатый вид. Ну, значит, а в ступенчатом виде, значит, и что ранги совпадают на ступенчатой матрице. Ну, можно это показать честно, так же вот как здесь вот показывает, что у вас количество свободных переменных, здесь количество главных переменных. А можно поступить жульническим способом. Что я могу сделать? Я могу сказать, что ранги, ну, у меня то же самое утверждение, что оба ранга не меняются при элементарных преобразованиях строк. Я могу то же самое сказать и про столбцов. А если я делаю элементарное преобразование строк, а потом элементарное преобразование столбцов, это что значит? У меня сначала была какая-то матрица A1, 1, AMN. Вот. Потом я ее привел к виду. Значит, здесь идет сколько-то нулей, звездочка. Здесь что-то там идет ступенчатый вид. Значит, тогда элементарное преобразование строк я сначала привел к ступенчатому виду, а после этого элементарными преобразованиями столбцов я могу, ну, там, вычтя из всех столбцов все, что везде, где не ноль, получилась звездочка, могу привести мою матрицу. Значит, это строки, это столбцы. Могу привести ее к диагональному виду, а именно, что у меня будет сколько-то элементов на диагонали, а все остальное нули. И вот количество их — это просто количество главных переменных. Да. Кто будет нулю получаться? Ну, вот у вас матрица там, вы говорите, у вас по диагонали стоят цифры, а все остальные нули. Да. А какие у вас стоят, единицы или что? Здесь важно, что любые числа из поля. А, любые. Но и мне не важно, как бы, ну, как бы любые не нулевые числа из поля. Вот все вот эти звездочки — это какой-то элемент из F со звездочкой. Но действительно, умножая этот элемент на его обрат, поскольку он из поле, но не нулевой, я могу умножить на обратный. И поэтому могу здесь, как вы правильно замечаете, поставить везде единицы. Домножив соответствующую строку на обратный к нему элемент, я могу здесь получить единицу. Ну и вот во всех этих местах получить единицы. Ну и, соответственно, ввести матрицу к такому. Здесь стоят единицы, все остальное нули. Ну а ранг такой матрицы, понятное дело, что у меня векторное пространство строк имеет вот базис первый n строк, а здесь первый k строк, а здесь первый k столбцов. Потому что такие вот вектора, ну уж они заведомо всегда линейно независимы, потому что видно, что их линейная комбинация не может быть, ну там, итый член этой линейной комбинации у вас будет 0 автоматом, если... Если линейная комбинация такого равна нулю, то вы просто видите, что коэффициент при первом векторе совпадает с... должен быть равен нулю, потому что он... Ну, в общем, как бы... То, что вот этот набор — это базисный, это видно просто из его описания. Вот. Ну вот и получается, что у вас есть ранг в строке, ранг по столбцу. Они совпадают и совпадают с количеством элементов вот здесь. И это ваше число k. А вот, значит, дальше. Дальше мне что-то не хочется начинать сейчас кусок, чтобы его не закончить.
Поэтому... Нет, давайте действительно, значит, давайте я скажу, что в следующий раз я, значит, закончу с линейной алгеброй, а именно буду рассказывать про линейные преобразования и преобратимые линейные преобразования. Поэтому, если кто это все науку знает, может пропустить. А через раз пойдут группы в полном их объеме. И в частности, вот то, что меня больше всего интересует, это матричные группы над конечными полями. Да. Чего-чего? Побочные, как это называется, матрицы, когда идет по диагонали, получается, как не в эту сторону, а в эту, побочные. Побочная диагональ? Да. Вот так вот идет? Да. А что вот. Это значит? Ну, такая матрица. Нет, ну, просто иногда рассматривают главную диагональ, иногда побочную диагональ. Она тоже нужна. Нет, она никакой дополнительной смысловой нагрузки не несет. Ладно, все, давайте... Приступаем к семинару. Найти.